хорошо. Я не понял. Может, мне представиться? Да нет, не надо, я вас знаю, вы известный певец. Ну, я еще и композитор. Я знаю, знаю. Мои песни поют все. Даже я. Ну что, ученый? Ах ты, ученый, ученый, ах ты, ученый. Ну что вы тут за фигню придумали, которая сама может сочинять песни? Это искусственный интеллект. Его программа позволяет только сочинять музыку, но и оркестровать, разжировать, инструментовать. Хорошо, хватит. Сколько вся эта мама стоит? Сколько? Ну, я боюсь... Ну, вот этот интеллект твой искусственный сколько стоит? Ну, я боюсь, что он вам не подойдет. Как у вас, у него не получится. Потому что он все-таки искусственный. Нет, потому что он все-таки интеллект.